Міністерство внутрішніх справ України перехоплено переговори лідера терористичної організації Донецька Народна Республіка «Стрілка» з бойовиком позивний КЕП, які в черговий раз доводять пряму причетність російської сторони до збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей. Вказані матеріали свідчать про безпосередню участь регулярних частин Міністерства оборони Російської Федерації у бойових діях на стороні терористів проти українських військових сил. Особливий цинізм ситуації в тому, що йде мова не про передачу гуманітарної допомоги, техніки чи озброєння, а про вогневу підтримку дій бойовиків артилерії з російської території. Алло, алло, зараз першому трубку даю. Давай, давай. Алло. Алло, я теж поки. Не могу связаться по закрытой. Значит, надо выбить их из зеленки, которая там, где танки, попробовать подойти, пожечь их нахер. То есть и в горное там, то есть надо их не дать им, как говорится, обстреливать блок. Надо занять горное каким-то образом. Высылайте противотанковые группы, вышибать их там. А там их там около 107 единиц в технике. 107 единиц. 107, вот. Вот там, вот именно сейчас я вам точно скажу по этому. Где? Нет, в районе Горного там стоит только КШМ-ка и какая-то большая установка, накрытая зеленкой. Я сейчас туда хочу как раз людей попасть, вот я уже вызвал к себе их. А вот там, между правее, сейчас скажу. Сейчас. Так. Вот, Краснодарская, это Шахтерская, это север Шахтерская. За Краснодарским там автомобильный полигон, вот на этом автополигоне сказали, около 107 единиц техники стоит. Это внутри города или вовне? Это окраина города уже. Окраина, ну так все равно надо отрезать это, надо отрезать их от это самое, от этих. То есть занять вот это Краснодарское, занять Шахтерск, отрезать их от снабжения. Шахтерск пока еще наш. Вот они единственные только на окраине находятся. Вот мало, Шахтерск нужно занять. И занять Шевченко, вот эту всю фигню, чтобы не дать им проскочить дальше. Если они дальше пройдут, все, до свидос. Сами знаете. Я понял, знаю, ты спокойно. Ну вот, давайте, действуйте. Вас с юга прикрывает российская артиллерия. Пока у нас есть ночь, пока подойдут резервы, вы должны зачистить там все. Пока они там, пока 107 пока не доползут. Вышибайте танки, которые там на дороге находятся. Иначе вы не получите ни подкрепления, ни вы, ни мы. Давайте, действуйте. Угу.